Только попробуй, женщина, только попробуй. Не писал бы смс-ки своей бывшей. У нее мать умерла, не смей, дрянь. Чтоб ты сгнил в аду. Ад покажется мне раем по сравнению с жизнью с тобой. Эндрю рассказал о работе. Мы еще с тобой поговорим. Да, я с вами. С ними ты быстро поймешь, что такое боль. Ты же не все знаешь. Неважно, мне лишь бы вырваться из этого ублюдочного дома хоть ненадолго. А чем тебе не нравится наш дом? Надеюсь, дело опасное. Конечно. Джек, кажется? Да. Я скучаю по былому, Джек. А я по-настоящему мужику. Мы все чем-то жертвуем. Я тебя сейчас придушу, тварь. Ты можешь хоть на минуту заткнуться! Надеюсь, тебя пристрелят. Скажи, Джек, я выгляжу счастливым? Надеюсь, тебе член отстрелят. И вот так каждый день. Хуже не придумаешь. Ты женат, Джек? Дети есть? Ну, почти. Да. Николас. Хреновая жизнь у меня. Все вокруг счастливы, кроме меня. А я... Николас. Просто ищу повод пустить пулю кому-нибудь в башку, прежде чем застрелиться. Так что есть. Наши противники. Люди плохие. Теневая корпорация. Еще лучше. Николас! Что? Я заражу тебя мандавошками. Достала! Пакуй манатки! Забирай своих крысоподобных собак и вали! Одна из этих собак твоя, ублюдок! На кой хрен мне эта помесь, лабрадора с пуделем? Она как дочка нам. Я написываю на твой ноутбук.